Здоровьица всем, ребятки, с вами Рязан, и я продолжаю играть в ОБТ Battlefield Hardline. Наконец-то на карте деловой центр, режим угон. Карта нам знакомая, ну и что, посмотрим. Я тут подрубился, моя команда уже вначале начала насасывать. Что-то три точки ездят, эти все бегают. Что вы бегаете? Садитесь в тачку и погнали. Мне вот эти вот тачки и вообще стиль вождения в Hardline напоминает очень сильно Need for Speed The Run. Я думаю, знакомая всем игра. Один из моих самых любимых Need for Speed'ов на самом-то деле. Ой, фига себе, меня тут продамажили. Получай, сукин ты ублюдок. Меня в голову убили. Они просто ездят, а мои тиммейты, простите за выражение, сосут члены и нихера не делают. Давайте. Напрягайтесь. Я не знаю, как так вообще можно играть. Когда ты вообще ни хрена не делаешь. Эти вот вообще тут придурочно сидят. Вот, еще раз на мы сядем. Надо гоняться, надо гоняться. Садись ко мне. Все, найс. Совершен угон, отлично. Пошли очки команде. Постараюсь как можно дольше ехать. Вот сейчас бы этот чувак бы вылез, сел бы на Б, но он не может туда сесть. Так. Не хочу я с этими ребятками перестреливаться, потому что их там четверо в тачке, и они меня просто взорвут херам. Подожди. Сейчас я починю. Оп-оп-оп-оп-оп, за нами гонят. Во! Он додумался. Так. На! А как так-то я его не сбил? Его черкануло, что ли? Оп-оп-оп-оп-оп, мусора, мусора. Погоня. Офигеть, РПГ! Ах ты, сукин сын, где ж ты РПГшку-то взял? Вот, техника. Подавление дымовая завеса нет, улучшение у меня есть. Стоит уже. Пидер. Что он кричит, пидер? Какой еще пидер? Я захвачу. Я всегда в движухе. Я всегда стараюсь захватывать точилы. Куда ты пошел, дядя? Найти гранату. Так, машина взорвется сейчас. Подожди, чувак, подожди, подожди. Да стой ты. Ладно, уехали. Так. Да, режим действительно забойный. Постоянный экшен творится на экране. И он мне очень нравится. В ОБТ это пока что мой самый любимый режим. Блин. Уехал. Так, Б внизу, Б, 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 Б. Бензовоз, поехали. Правда, он очень уязвим, это во-первых, и во-вторых, без прикрытия тяжело. Мне, по мне один раз попали, уже минус 50 хп. Но я постараюсь как можно дольше на нем ездить. Отцепитесь от меня. Отвалите, я сейчас тут сокращу. Вау! Мегапичер в стиле гоняю. Твою мать, чините меня, чините хелпулю, ребята! Ну, покатался сколько смог. Бензовоз уже горит. Ну, нельзя его так просто отдавать, вы чё? Чё у меня там со счетом? 0-3, умираю как муха. Ну, я хотя бы команде очки приношу. Но все равно сосалово. Полное сосалово. Опа. Отлично! Сосайте лалочки. Рязан в теме. Все, я поехал под офигенную музыку. Весь город разрушил. Меня тут так просто не отпустят. Хотя могут мне помочь. Давайте, давайте, долбить их. Оба!
чертовскую тачку. Смотрите-ка, какой здесь ублюдок. И серьезно, он меня взорвал. Так, ну, в принципе, неплохо, мне нравится. Мне не нравится только то, что команда нифига не делает. Вот что они тут сидят? Вот пошли, а, захватили, сели. Ребята, учитесь играть такие игры. Нафига вы? Это не тот режим, где надо сидеть. Это режим, где надо гоняться. Так, 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 стой, 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 стой. Эх. Ну вот это хоть нормальный чувак. Сел, поехал. Так. С подствольника он тут хотел убить. Здорово. Все уничтожено. Да, различий с альфа-теста не очень много. Надо захватывать тачки как можно больше. Но еще есть шанс на победу. Понятно. Шансики имеются, скажу я вам. Надо давай только уводим, успеть что-нибудь угнать. Давай, беги только. Оп, оп, смотри, смотри. Твою же мать! Какой он огромный. Тут чувак в машине. Так, спасибо за тачку. Офигеть, вот это вот экшен. Так, 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 все, достаточно. Починил. Она застряла, подтолкните. Нужна хелпуля. Нет, забей, она застряла. Фух. Это застряло, фикс этой, да? Вон, Б пошли захватим. О, отлично. Так, мент поганый, мент, мент, мент. Тише, оба. Блин, не получилось его сбить, как так-то опять? На черкаше выжил. 9 хп. 9 хп у тачки было. Ай, как хорошо. Где они РПГ берут, у меня вопрос. У меня стоит поддержка РПГ, но у меня что-то нет. Она идет команде, походу, как. А не мне. До сих пор здесь дэшная тачка. Никак и не могут оттуда достать. Я какой-то крюк купил. Арбалет, типа. Эх, ну что ж, команда насосалова. Полнейшая, так что... Уже поиграем в свое удовольствие, погоняемся. Мне было интересно, всегда здесь можно проехать? Чё вы уехали, ребятки, сбоялись. Так, посмотрим, сколько максимально очков я смогу заработать, катаясь на бензовозе. О, здорово. Тут C4 везде по дороге, но успел проехать. Так, так. Отлично. Опа, 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 смотрите, кто здесь у нас. Коф вонючий. Да фигушки, сколько я уже катаюсь. Очень много очков заработал. Но все равно этого не хватит, чтобы выиграть большой очень разрыв. Я подключился не к самому началу карты, так что... Не получилось участвовать. Вот так вот скриншот сделаю. Назову там какой-нибудь Need for Speed 5, там, я не знаю.
Need for Speed Underground 3. И люди же подумают, что реально же Need for Speed. Вы посмотрите. Типа такой по городу гоняешься. Дрифтуешь, оба. Опа! Эх. О! Взорвалась. Моток посреди дороги. Убили, отлично. Я поехал! Только меня тут прижимают. О, на халяву. Две контрольные точки. Да возьмите ее. Ой-ой-ой, по этому шмаляют. Все, я погнал. Бандит, а за нами... За нами вертолет летит. Так, я жив, я цел. Я орел. Просто гоняю как могу, ребятки. Ну, тачку взорвали, вертолет. Хорош. Ну что ж, это поражение, ну, что я тут сказать, да ничего. Посмотрим на таблицу результатов. Следующая карта еще раз, деловой центр Угуан. Конечно же, мы на ней покатаемся. И, ну, даже очки вроде одинаковые, примерно так. Но, копы катались на тачках контрольных больше. Больше... А, и раз больше, значит, они побеждают, естественно. Sky 5 News can confirm an ongoing battle between police and a notorious downtown car theft ring. Так, возможно, я сейчас смогу... Ну-ка... Блин, нет, ничего я не смогу, ребятки, потому что... Пока что все закрыто, фига. Так... Ну, это приблизительно самый такой... Нормальный. О, давайте на перехватчике. Самый нормальный закуп для этого режима. Механик с гранатометом, с этим самым, как он там называется, сварочным аппаратом. Твою мать, что-то вечно... В этой игре как что-то не заденешь, все. У тебя там... Реально. Прицел дергаешься, как сумасшедший. Так, снова они захватили много тачек наших. Надо что-то с этим делать. Оба! Что вытворяю? Все, надо гнать. Так, Б едет к нам. Пойдем его сейчас останавливать. Я на перехватчике. Погоня! Этот петушок хотел уехать. Так, вражеский вертолет. Ну, очень каленый. Сладенькие падают. Ой, сладенький, да, 23% здоровья у него осталось, но он выжил. Сладенький мой. Так, давай. Отлично. Пошел захват. О, здорово. Музыка зачетная. Зачетная музычка в игре. Вот
ешную тачку хочу, ешную. Ну, он не туда едет. Как так ты гоняешь, чувак? Ё-моё. Так, вот я возле Е. Сейчас пешочком пробегусь. Надеюсь, ни на кого не наткнусь. Рифма-то какая. Здорово, Риза. Здорово. Чё вы тачки не захватываете, охренели? Сука, не успел я на Е. Вот мудак. Надо мину купить. Suspect taken out. Видите, какого мины, а? Тут еще за снайпера играет в этом режиме. Вы что, долбанутые, что ли? Так, да я тут рядом где-то. Крыса. Ровно идут команды. Пускай проезжает, хер с ним. Не, ну а что я сделаю с UMP-45? Ничего. Мне надо поближе подходить. О, ба-ба-ба-ба-ба. Ой, черт возьми, с петуха! Убили нас. Так, каленая машина, ну взорвите же ее. Почините кто-нибудь мою машину. Так, на фиде сейчас появимся. Сейчас сделаю, брат. Отличненько! Починили! Воу, 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 воу! Стрельба вовсю! Куда ты едешь, алло? Сейчас, если мы взорвемся, я тебя убью. Отлично. Все под контролем. Я тебя подставлю. Будет подстава копов. Не стой, не стой, не стой. Едь, едь, едь. Высади на Д, чувачка. Фейс, высаживайся. Как ему сказать? Высаживайся, Фейс. Погнали, погнали за этим. Ладно, я Д возьму, вместе будем ездить. Я буду рядом. Погнали. Садись, садись на С. А, ты на Е поехал, я еду за вами. Сразу две тачки, двойной бонус к очкам, и мы побеждаем. Вот так вот надо гоняться. А не то полнейшее сосало, которое было. Спокойно. Все нормально, быстрый ремонт. Чини давай тачку, чини! Ребят, это же самый настоящий НФС, посмотрите. С дрифтами, со всеми плюхами. Боже, как я гоняю. Как я гоняю. Что за дрифт? Давали бы очки, что за дрифт был вообще найс. Тут тупик у нас, да? Ладно. Не проблема. Боже, боже, как же я гоняю. Посмотрите, сколько очков. Давай, все, очки, удачки. Оп, оп, чини, 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 чини! А, ни хрена не видно из-за этих искр. О, заработать 50 монет за участие в угоне. Смотрите, какую мне дали награду. Вот это самый прикольный режим, мне кажется.
Да, действительно, это самый офигенский режим. Ах, меня в руку убили. Ох, сколько я очков заработал для Тимы. Это я понимаю. Фура, так. Гони. Фура! Меня фура убила! Да, надо какую-нибудь точку захватить. Ну а, хуй, возьмите, там стоит она. Хуёвая, бля. Че он ездит кругами? Он придурок, что ли? Вот ты, сука! Застреляй, дубил! Чувак немножко не вдупляет, что можно так ездить, только... Точнее, надо так ездить, только на других тачках. Не на обычной. Вот это такое надо. Ху-ху-ху-ху-ху, Фида. Ты знаешь, что сейчас будет, да? Так, чувачок, привет. Сбили мы его. Блин, на самом деле я очень неудачно на таком грузовичке. Бэм, старанием. Поехали, ладно, насрать. Всех давим, передавим, бэм. Здравствуй, оба. Заочковал. Я наоборот на него поворачиваю. Вас повысили, отлично. 23-й уровень, ребят. Да я прям дальнобойщик. Надо 2х давать очков за эту тачку. Вот серьезно, почему не дают 2х очков? По 15, как и на обычной. Плюс она едет медленнее, ты медленнее очки зарабатываешь. Должны 2х давать. Вот, замечание небольшое. У меня 21 хп. Ах, в ногу прострелили. Там чувак думает, ничего себе, я прострелил в ногу. Ничего, что я там убился об тачку чужую. Так, патрульная. О. Very nice. Прилетаем на вертике. Из меня такой себе водитель вертолетов. Но мы выиграли. Это радует. По нам наводятся. Так, маневры. Ты уже заранее спрыгнул. Ну-ка, можно здесь на крыше сидеть? Попробуем. О, что там ребята на крыше делают? Снайпера, да? Сидят, главное. Даже в этом режиме чуваки сидят на крышах. Какие крысы есть в играх, охренеть. Ладно, ребятки, поздравляйте меня с 23 уровнем в ОБТ. 24-й даже, ни хера себе. Ну что ж, всем покеда, увидимся совсем скоро в новых выпусках.